Здравствуйте. Ну вот уже лето приближается постепенно к концу. И я хотел вам показать, как у нас теперь в это время в Юрмале. Сегодня 19 августа, солнечный день. Ну не полностью солнечный, но в основном. Весьма тепло, где-то 23 градуса, днем было до 25. И вот эта улица Юмас. Вот какой концерт дает девочка. И вот хочу записать это, ну, не знаю, может быть и прощальное уже видео с лета этого года, может быть, и еще нет, но по крайней мере как у нас тут выглядит, потому что предыдущие видео от этих мест были от июня, тогда была совершенно еще другая ситуация. А теперь вот у нас так. Вот лето было, нельзя сказать, что очень теплым, но и не очень холодным. Были и теплые дни, были и такие прохладные периоды. Но, в принципе, за это время, в основном, вот сколько я тут был, июль, август, вот тут, в центре Юрмалы, было весьма оживленно. И недостатка людей тут не было. Вот это те российские продукты из сибирской тайги. Там латвийские тоже есть, там даже запах такой. Сегодня уже, ну теперь где-то 8 часов примерно, солнце уже приближается к горизонту. Это ведь все же вторая половина августа. И причем сегодня рабочий день, среда. Это не выходной, но все равно тут очень-очень полно. Денечек такой очень хороший именно для прогулок. На пляже там не очень много было народу. Хотя можно купаться. Вода где-то тоже уже под 20, можно сказать, градусов. Я тоже сегодня искупался. Правда, не здесь, в другом месте, более тихом. Ну, здесь вот по променаду, ну что, вот, это не чайки, это, я не знаю даже как по-русски, но они зырини. Вот, концертов в этом году на Дзинтарском концертном зале было очень мало. Практически это, наверное, один только как бы фестиваль был. Но, как видно, не это главное. Можно обойтись и без громких фестивалей. Это совершенно тут не главное. Значит, очень много приезжал, в первую очередь, я думаю, из Литвы. Это самая, так сказать, у нас получилась страна, из которой было наибольшее число отдыхающих в Юрмале. Именно из Литвы там. По выходным там были, не знаю, может быть, около 20 даже автобусов, может быть, даже больше. Неизвестно, где они все стоят, но очень много, по крайней мере. Ну, очень много слышно и русская речь. Хотя такого свободного туризма не было, но видно, что могут приезжать те, которые имеют виды на жительство. И местных, конечно же, тоже много. Даже вот, ну, есть и всякие из других стран тоже. Иногда даже с масками едут в электричках.
Вот сейчас мы пришли к отелю Юрмала СПА. И вот, ну, очень недавно, вчера или позавчера, я тут смотрел, позавчера, вот, ну, когда уже стемнеет, то видно, сколько там, ну, сколько в окнах тут свет горит. Свет горел тут много. Значит, тут отель заселен. Вот литовские машины. Сейчас вот в августе, даже с июля уже начиналось это, что все больше и больше стран опять попали в красный список, желтые и красные, потому что эта заболеваемость опять возросла. Но в Латвии, ну, чуть-чуть она тоже повысилась, но все же это на очень такой, ну, безопасный уровень. Вот опять вчера это, наверное, было, когда вообще ни одного нового заболевшего не было выявлено. Сегодня там 3 за всю страну. Ну, вот такие мелкие цифры. Это один из самых низких показателей во всей Европе. Так что у нас по-прежнему безопасно. Ну, видимо, в России эти цифры еще высокие. Так что граница пока не открывается. Ну, не знаем, что будет позже, еще уже осенью. Ну, пока это так. У нас тоже масок не надо носить. По улице практически никто не идет с маской. В общественном транспорте тоже не обязательно. Ну, некоторые одевают, но это всего лишь некоторые. Так что есть свои плюсы и при сравнительно низкой плотности населения. Я, кстати, об этом уже подумал раньше. Нету таких толп. Не надо все время толпиться. Это большой плюс все же. Ну вот, теперь мы уже приближаемся к началу улицы Йомас. Вот Майоренгоф. Теперь уже заведения общепита могут опять работать до 2 часов ночи. В какое-то время там их сократили лишь до 24. Ну вот, очень приятно так прогуляться, не жарко, но тепло, уже 9 час, видимо. Вот тут будет такой маленький концерт послезавтра на малой арене. Ну вот, еще пару дней обещают по-летнему теплую погоду, температура 25 до 27 даже, до субботы, воскресенья где-то. А потом уже в следующей неделе, ну, где-то 20-22. Так что уже осень не за горами. Ну все, всем доброго, спасибо, что смотрите. До новых встреч. Всего-всего хорошего.